Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 сентября. Дегустирую томаты, какие есть у меня, какие остались. Вот сейчас рассказывала про сибирский гроздевой. Еле-еле доживала последнюю половинку. У него такая шкура сверхпрочная. И я говорила, что он идеальный для консервации, для хранения. Когда мне сказали весной, когда я его высаживала, что ой, он сухой, невкусный. Для того, чтобы покушать вкусный, мы выбираем совсем другие сорта. У каждого томата есть свое предназначение. Если сибирский гроздевой прекрасно для вяления, для, например, для зимнего хранения, для консервации, то, чтобы покушать, насладиться мясистостью, вкусом, ароматом, мы выбираем совсем другие. Вот это у меня тоже новинка, номер 593, хурма НК. С этой хурмой вообще интересно. Я, так как первый год, я всегда смотрю характеристики сортовые и сравниваю с информацией в интернете. Там на сайтах продажи семян, других все. Вот так же было с поцелуем герани. И так же было вот сибирский гроздевой на пачке посмотрела, в интернете посмотрела. Хурма НК, очень интересные они данные я посмотрела. Сразу говорю, что ее можно купить в магазине, она хоть не дешевая, но русский огород торгует, есть пачка русский огород, мне присылала женщина, частное лицо, и я не знала, что из нее вырастет, хурма НК, я не посмотрела заранее информацию, я думала, что она желтая или оранжевая, как хурма, и, кстати, на сайтах тоже какая-то информация очень странная и неполная, в описании нигде не указано, что это биколор и что он двухцветный. Вот сейчас посмотрите. Вот сайт «Русский огород», где продаются эти семена. И тут, написано «Хурма НК». Я все хотела узнать, что такое НК, как расшифровывается. Нигде ничего я не нашла. Вот фотография, да. А описание такое странное, что это как... все там написано, индетерминантный, среднепоздний, написано цвет оранжевый и дальше редкой разновидности нашей собственной селекции, так, яркий желтый цвет, похожую слегка приплюснутую форму, очень мясистый на разрезе, все, и написано, что они желтые, почему-то не написано, что они двухцветные, что они такие вот, как загадка природы, например. Вес 200 грамм, может достигать 400, хорошо растет, короче, все. И вот такая фотография. Я же сравниваю фотографии, чтобы точно подтвердить, что это у меня этот сорт. Да, фотографии похожи. Здесь вот такие они. На других они вот такие есть. Ну, только по фото я узнала, что... Да, кстати... Вот здесь наконец-то написано, что оранжево-розовые мякоти. Только по фото я узнала, что это томаты биколор. Я думала, что хурма, они так и будут оранжевые. Но сейчас расскажу про свои, какие у меня выросли. Ну, как вы поняли, если им торгует фирма вот такая семеноводческая, значит, это не коллекционный томат. Значит, его можно увидеть в магазине купить. Вот там написано 39 рублей пачка, семена не дешевые, но все-таки в продаже есть. Если говорить о его характеристиках, индетерминантный, он высоковатый, да. Относится к биф-томатам, то есть он мясистый, вес 200-300 грамм, и он указан как среднепоздний, то есть рано он не будет. Я сейчас разрежу. Посмотрим мякоть. И еще одна особенность. Смотрите, если сначала он вот такой, как томат биколор, то потом при полном созревании и при переспелости, если упустить момент, он может стать весь абсолютно красным. Хотя на сайтах везде указано цвет оранжевый. Но цвет преобладает больше красный. И я буду указывать в описании своих томатов, что... оранжево-красный, а не оранжево-розовый даже. Красный цвет преобладает, когда сильно он хорошо поспеет. Но зато, когда красный цвет преобладает, он все свои качества, вкус, сладость, он нам показывает полностью. Вот смотрите, какая красота.
Ну, я убрала с тарелки малышей, чтобы как они мешаются, нет уже места, чтобы продегустировать. Вообще, этот томат относится, как бы сказать, похож. Относится к той группе те же самые, что загадка природы. Потом еще какой у нас медовый салют. Все вот эти биколор, которые оранжево с розовым, оранжево с красным, они все поражают своей сладостью. Но это вот те, которые были у меня раньше. В этом году много прибавилось. Вот эти и большая радуга, и тукханс, который я нахваливала. И когда у меня зрители спрашивают, что вот те годы все хвалили загадку природы. Сейчас сказали, эти вкусные, что они намного отличаются. Нет, они отличаются не намного. Если у вас есть уже загадка природы, если нет места для новых и нет желания, ну как, руки не чешутся там поэкспериментировать, все, вы можете остановиться на загадке природы. Я врать не буду, это абсолютно очень похожие сорта, но я скажу, что все вот эти, которые вот такие на разрезе, оранжевые, с розовыми, с малиновыми разводами, они все самые сладкие, самые вкусные. Я пробовала и медовый салют, и трапеза влюбленных, и загадка природы. И нынче все-все вот эти новые, которые пришли ко мне, иностранцы, они все примерно одинаковые. Просто какие-то, вот, например, хурма, она ограничена, хурма НК, про нее написано 200, но может вырасти и 400. А помните, я вешала, взвешивала вот этот тукханкс, что ли, он 800 граммов. Ясно, что мне вот, например, как человеку, который не очень любит черри, а любит вот такое, что покрупнее, мне, конечно, тукханс понравился больше, чем и хурма, чем и НК, и чем все остальные. Просто он меня убивает, вот эти вот, поражает своей крупноплодностью. Но если вы сильно, вам все равно, какой он вес, 200 или 800, вполне может подойти любой вот такой томат биколор. Ну все. Оценка прям наивысшая. Ну вот, конечно, я вот сейчас поцелую герани кушала. Я говорила, что ну обычный, сладковатый, чуть с кислинкой. Вот здесь я не заметила даже кислинки, но это, знаете, наверное, потому что они уже переспевшие такие плоды. Если разрезать вот этот, который красный, наверное, вообще... Так, сейчас, подождите, красный разрежем. Смотрите. Ну, красный-то назрелся. Но семян вообще нет, что заметили. Обычно у таких, у хороших вкусных томатов семенами они нас не балуют. Так что я могу сейчас его высосать. Просто так мне делают замечания. Семена хоть не ешьте, когда редкие томаты дегустируете. Ой-ой-ой. Это персик. Короче так. Хурманка. Это не овощ, это фрукт. Сладкий, кислинки почти нет, поэтому если кто-то не любит, некоторые не любят без кислинки, некоторые хотят именно кисло-сладкий. Вот эти переспевшие хурма НК, кислинки нет вообще. И вот правда какой-то фруктовый, мне вот он напоминает персик. Сейчас подождите, даем. Сейчас буду семена выковыривать, всю съем. Может, вы слышите, как сок течет на пол? Очень сочный. Я когда начала его выхлебывать, я не смогла все сразу захватить. Течет. Но я извиняюсь, конечно, за такой способ поедания томатов. Очень вкусный. Наивысшая оценка хурма НК. Повторим. Это сорт необычный. Считается он новый. Как я прочитала, редкая разновидность вот таких вот томатов. Особенно для нашего региона, индетерминантный, крупноплодный бифтомат, двухцветный биколор, очень вкусный, с высоким содержанием сахара. Единственный недостаток, что он среднепоздний, то есть рано вы его не получите. Если вы его будете высаживать, то посадите еще какие-нибудь, которые поедите пораньше, его ждать придется вам очень долго. Все. Прекрасный вкусный сорт 593 хурма НК. Спасибо тому человеку, кто прислал мне эти семена. Выращиваю впервые. Останется на будущий год точно.